Приветствую всех зрителей! С вами Мерлден! И сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Эндлсан. И прошлую серию мы закончили на том, что провели ритуал гадания. И наш кролик кое-что увидел. Дальше посмотрим, что же именно. Я увидел... запеканку. Ну, естественно. Наша девочка только идеей может думать. Не думаю, что это что-то важное. Печально. Давай попробуем еще раз. Закрой глаза и полностью освободись от любых мыслей. Ну что ж, теперь у нас все получится. Я увидел... море. А вот море — это уже кое-что поинтересней. Вы получили записку с результатом гадания. Можешь покидать палатку. Здесь нам больше ничего не скажут. На вас особенно дождутся оливки. Эндлсан, как прошло гадание? Море? Насколько знаю, оно должно быть недалеко от города. Давай сейчас сходим туда. Может, это поможет. Я? Думаю, лучше сначала забраться своим подсказкой к возвращению, раз уж это место недалеко. Ты же с таким трудом добиралась до суда. По-моему, кролик, Зоро помог тебе с гаданием. Неужели ты хочешь так оставить? Конечно, не хотим. И поэтому сейчас мы отправляемся смотреть на звезды. Но перед этим сохраняемся. Спускаемся вниз и прыгаем. Надеюсь, мы не упадем. А теперь пора спуститься по самой длинной лестнице в этой игре. Эта лестница ведет на поверхность Луны. Удивительно. И отсюда мы можем видеть Землю. Вау! Какой классный вид! Я слышал, что если отсюда бросить камень, то Земля будет выглядеть как падающая звезда, а падающие звезды исполняют желания. Почему бы не попробовать? Действительно. Мы кидаем камушек, и бросок у нас не очень удачный. Я брошу камень на твою удачу. А вот камушек оливки действительно превратился в звезду. Хочу, чтобы Эндлсан смогла вернуться домой! Я? Сейчас нет времени для меня. Мистер Рычан, наверное, заждался нас. Да, вернемся к лифту. Вот так вот оливка отдала свой шанс нам. И теперь нам стоит уходить отсюда. Сюда мы больше не вернемся. Нам уже вернулся к собачке. Она и вправду нас заждалась. Больше нет палатки. Все получили свое гадание. Некоторые уже ушли в город. Я пока останусь здесь, любоваться пейзажами. Ха, какой эстет. Ну оставайся, оставайся. А мы поднимемся наверх. Заходим в лифт. И наконец-то идем к песику. Мы его не бросим. Он пойдет с нами. Что ж, сначала вернемся в город, а потом пойдем к морю. Хорошая идея. Море находится в левой стороне. Вот здесь. Заходим. Проходим через тьму. И оказываюсь в каком-то разрушенном районе. Здесь никого нету. Только лишь пустота. Прыгаем. И вот уже начался песочек. Море уже близко. Но прежде чем туда попасть, нам нужно пройти через лабиринт.
И вот он не такой уж и простой. Не видно, куда нужно идти. Хорошо, что нам есть Атрачан. Он поможет нам пройти здесь. Нам и правда повезло, что с нами песик. Теперь нам будет гораздо легче. Разрушаем проход. И потом, куда же нам надо войти? Сюда. И наверх. Вот мы уже почти и пришли. Кстати, тут человек стоит. Поговорим с ним. Где это я? И кто я такая? Простите, девушка, мы не знаем. Видимо, она здесь уже давно. Ну вот мы и вышли. Море впереди. Водопад красивый. И бродик. А также тут тоже есть телефон. Прямо на песку стоит. Интересно, кто его установил тут? А вот оно. Красивое синее море. Нам нужно лишь подойти поближе. Эндл-сан, смотри! Это море! Что, не вспоминаешь? К сожалению, нет. Нет, да? Но гляньте! Наша собака что-то заметила. Она зовет куда-то. Мисс Атрачан, кажется, хочет нам что-то показать. Идем за собакой. И она привела нас на пляж. А на пляжу кое-что блестит. От звука волос становится так спокойно. Эй! Я только что услышал чей-то голос. Эй! Это же голос моего папы! Эй, подожди! Я не успеваю за тобой! Быстро же ты, Сатьян! Наше детское вспоминание. Вы куда? Мама, папа! Скорее подойдите сюда! Смотрите, смотрите! А вот и маленький мисс Атерл. Мы не можем здесь оставить одного! Давайте его заберем! Я обещаю, что буду заботиться о нем! Не волнуйся, не волнуйся. Папа тоже постарается заботиться о собаке. Ах, вы действительно собрались взять собаку к нам? Ну что ж, тогда сегодня в честь выполнения нашего семейства мы купим что-нибудь вкусненькое и отпразднуем. Идем домой, миссис Пёсика. Да, Сайчан? Да, нашу девочку зовут Сая. Она, оказывается, тёзка с одним кишкообразным монстром. Что такое? Ты вспомнил свое имя? Ура! У тебя получилось, Эндл-сан! Так, а что же нам нужно делать после этого? Думаю, что вернулся к тому месту, где мы впервые встретились.
туда мы и пойдем, к нашей первой локации в этом странном месте. Ну вот, мы уже и здесь. И как вы видите, тут появилась дверь. Но прежде чем войти, мы сохранимся. Ведь эта дверь ведет к нормальной концовке. А тут есть еще и счастливая. Сохраняемся. И открываем. Дверь такая же, как у моего дома. Открыть. Вы уверены, что хотите открыть дверь? Да. Ну вот, и пришло время прощаться. Оливка так и не вспомнила свое имя. Похоже, что эта дверь идет в дом Эндо-сан. Эндо-сан, пришло время прощаться. За меня не переживай. Несмотря на неуспешное гадание, я что-нибудь придумаю. И вскоре тоже вернусь домой. Поэтому... У тебя нет поводов для расстройства. Нет, есть. Мы уходим домой, а наш друг остается в беде. Это просто недопустимо. Ага, рада была помочь. Я тоже тебе очень благодарна. Не знаю, что я еще сейчас сделала без Эндо-сан. Думаешь, я не стоит затягивать с возвращением? Неизвестно, что произойдет с дверью в ближайшее время. Прощай. И мы покидаем этот мир. Мы вернулись домой. Что-то так поздно! Где ты была все это время? Наша мама уже начала волноваться. О, сейчас с возвращением! Скорее за стол! Сегодня на ужин! Рис с морепродуктами! На голодный желудок не ведут разговоров. Вот, мисс Адра тоже проголодался. Ты думаешь только о еде? Блин! Ну что ж, мой руки и скорее за стол. Наша мама, видать, обиделась на папу за то, что он защитил. Но это не главное. Главное, что мы вернулись. Она, естественно, сильно переживала за тебя. Не забудь потом извиниться. Эй, долго мне еще ждать? С возвращением! Нормальная концовка. Да, для нас все закончилось хорошо, но вот Оливка так и не смогла вернуться. Она так и стояла на этом мостике и вспоминала свой город. Но поверьте, еще не все потеряно, ведь можно получить и более хороший конец. И именно сейчас мы займемся его получением. Только вот конца титров дождемся. И начнем. А после титров нам показывают того человека и домишко, в котором мы еще никогда не были. Поверьте, это не случайно. Это намек. Намек, как получить счастливую концовку. А чтобы получить счастливую концовку, нам не нужно входить в свою дверь. Нам нужно вернуться на разветвление дорог. И вспомнить, о чем же говорил человек, который тут стоял. Он говорил, что тут путь невидимый. И это правда. Дороги здесь не видно, но она все-таки есть. И эта дорога ведет к тому самому дому, куда и ушел тот человек. Тук-тук! Открывай ворота! Как вы можете заметить, он тут целую коллекцию щит устроил. Исследованием занимается. Вас что-то интересует? Да. Нас интересует возвращение домой.
Ты смогла вспомнить свое полное имя. Поздравляю. А ты нет, не так ли? Ты и некоторые другие люди, кажется, много забыли. Нелегко вам. Черный кролик сказал мне, что могла что-то потерять в поле подсолнухов. К сожалению, пока нет возможности еще раз попасть в поле подсолнухов. Фигово, что тут скажешь. Тем не менее, сейчас я как раз заканчиваю исследование о том, как туда попасть. Однако у меня возникли проблемы. Не хватает никаких материалов. Не принесете ли вы их мне? Думаете, мы справимся? Почему бы и нет? Сам я не очень хорош в поисках. Вы быстрее мне справитесь. Мне нужно вот что. Золотой пучок, лунный песок и родниковая вода. Я запишу это на листочке. На бумажке для гадания записаны нужные материалы. Ну вот, бумажечку испортил. Пожалуйста, положите на ингредиенты бутылочки. Вы получили 3 небольшие бутылочки. Ой, подождите-ка. Мне тут нужна кое-какая помощь. Я бы хотел, чтобы вы, девочки, остались здесь. Тогда... Только мистеру Чану остается искать материалы. Именно так. А наш песи на все готов. Даже баночки всякую дрянь собирать. Ну что такого? Я думаю, что вполне может справиться. Мисатору, ты же справишься? Даже если песик это не справится, ему поможет это. У меня есть кое-что полезное. Получен фонарик. Вот так и вот так. И еще так. Да, готово! И теперь с нами будет ходить медведь. Да не простой, а с меркающими глазами. В темноте его глаза светятся. Это эффектно и эффективно. Ну как, нравится? Круто же! Да вот собачки наши не очень нравятся. И вот тебе еще один небольшой подарочек. Еще один медведь! Ну уж спасибо! В добрый путь! Эх, наши девочки остаются здесь, а мы идем искать ингредиенты. И вот сейчас я буду очень и очень много вырезать. Ведь ингредиенты находятся в тех местах, где мы уже были. И для начала нам стоит отправиться к дому кролика. Ну вот мы вновь сюда прибыли. И нам нужно спуститься в этот самый колодец. Очень старый колодец. Кажется, туда можно спуститься. Спускаемся. Един сверкающий песок. Вода на мыши песок, как будто светится. Вы взяли лунный песок. Первый ингредиент у вас в кармане. Осталось еще 2. И сейчас мы направимся в старый особняк. Ну вот мы сюда и пришли. Отправляемся на кухню. И пытаемся набрать воды. Кипяченая чистая вода. Кажется, такая вода, но не подойдет. Печально. Надо поговорить с курицами. Я продала чашку чая. Нужно скорее прибраться. Вам нужна вода? Кажется, где-то есть место с родниковой водой. Да, там очень много воды. Осталось только выяснить, где же это самое место. И в этом деле нам поможет другая курица. Самая умная, которая книжки читает. А, Б, С? Вам нужна родниковая вода? У вас же есть собака. Она должна найти все, что угодно. Насколько я знаю, родниковая вода где-то рядом с морским пляжем. Кстати, я ведь еще ни разу не была в нашей кухне. Ай, ну и ладно. Да, на пляж нам придется вернуться. Направляемся прямиком туда.
Как только мы зайдем на пляж, мы увидим свечение на этом самом деревце. Подходим к нему. Сосна почему-то высохла. Листья дерева выглядят как пучки золота. Эй, маленькое существо внизу. С нами начало разговаривать с дерева. Немного странно, не находите? Мои листочки все высохли. Если нужны вам, забирайте. Мне уже недолго осталось, но перед тем, как меня совсем не станет, я хочу принести пользу. И мы получили пучок золота. Уже вторающийся у нас в кармане. Небольшой проход в пещеру. Вот пещеру пройти не такое уж и легкое занятие. Разговариваем с грибом. Ва, гости! В этой пещере свои правила. Эй, хотите я расскажу? Рассказывай. А я не расскажу. Чертов тролль, ну пошел ты нафиг. Мы без тебя справимся. О, песик. Здесь нельзя смотреть налево, иначе дальше вы не продвинетесь. Налево мы не будем смотреть, мы пойдем направо. Еще один гриб. В этой пещере нет родниковой воды. Смотрите, это тупик. Так мы вам поверили. Вот видите, это тупик. На самом деле это не тупик. Тут можно найти свои секретики. Судя по звуку, где-то что-то разрушилось. И теперь мы можем зайти. А ты любишь свою хозяйку? Люблю. Ты уверен в сказанном? Или просто не хочешь говорить обидные слова? Нет, мы-то любим. Мы ради нее на все готовы. Эй! А что ты ответил на предыдущий вопрос? Скажи, пожалуйста. Ответил, люблю. Глупый. Боишься быть честным с самим собой? Дурачок. Чёртовы ублюдки, издеваются над нами. Ну ладно. Какой путь правильный? Я не скажу тебе. Все же просто. Всего два пути. Ах ты ж дрянь, врёшь нам. Пути-то три. И вот водичка уже рядом. Осталось только до нее дойти. В этот раз вы точно в тупике? Неприятно, да? И что же будете делать? Искать проходы, конечно же. Все здесь облапаем. И найдем вход. Что? У вас неприятности? Теперь нет смысла искать скрытые проходы в стенках. В стенках-то и нет. А вот в полу еще как? Нет, не входите. Пожалуйста, давай еще поиграем. Ах, нет уж, спасибо. Ваша игра мне не понравилась. И вот мы добрались. Вот она, чистая вода. Струится чистая родниковая вода. Мы получили родниковую воду. Все материалы собраны. Пора вернуться к домику дяденьки. Покидаем эту злосчастную пещеру. С возвращением. Мы так долго ходили. Я думал, что ваше возвращение, вся вода, которая есть здесь, высохнет. Больше сюда не вернетесь. Больно и надо. Мы уходим отсюда. Мы возвращаемся к дому дяденьки. Пора отдать все вещички. Ну что, дядя, ты нам поможешь теперь? О, вы собрали все материалы. Молодцы. Да, мы такие. Вы передали луну песок. Вы передали золотой пучок. Вы передали родниковую воду. Прямо сейчас мы испытаем их.
Вот так. Вот так вот. Замечательно. Получилось. А по взрыву не скажешь. Вы получили стеклянную обувь. С этой обувью, исходя из исследования, вы сможете снова попасть в поле с подсолнухами. Замечательно. Однако у вас всего лишь один шанс. Используйте его крайне бережно. Я же сама догадываюсь. Но можно спросить. Мне нет никакого смысла идти в поле с подсолнухами, миссис Эндоусан. Да, это верно. Боишься без каких-либо воспоминаний, а тут вообще можно не вернуться. Для входа в эту дверь нужна более светлая память. Почти наверняка ты навсегда застрянешь в том месте, если решишься войти. Конечно, это опасное дело, но если будете всем сердцем верить в успех, то все получится. А мы будем верить. Теперь возвращаемся в самую первую локацию. И тут появилась новая дверь. Но как видите, она мигает. Она очень нестабильная. Поэтому сохранимся, прежде чем в нее войдем. Кажется, путь, идущий к полю подсолнухов. Зайти! Эндо-сан, будь осторожна. Будем. Все будет хорошо. Обязательно. А вот и снова оно. Это самое поле подсолнухов. Мы ходим, бродим, но пока что ничего не видно. Лишь звездочки, открывающие новый путь. Мы так и не смогли ничего найти. Но зато здесь у нас появилась дверь. Дверь, ведущая в дом Оливки. Эндосон ушла. Я так не заметила студенческий билет, который лежал в этом поле. Да, сейчас подойду. О, Сэ-чан. Я не знала, что ты приедешь сегодня в гости. Как ты меня назвала? Яой. Ты всегда назвала меня Ой-чан. Разговаривай с ней. Да нет же, Куроки еще не вернулась. Яой. Что с тобой, Сэ-чан? О, это же ученические сестренки. Она, по-видимому, забыла. Кстати, интересно, почему он сегодня задерживается? На фото в ученическом билете девушка, которая выглядит так же, как и черная оливка. Под фото написано имя. Ты хочешь вернуть его сестренке? Почему? Странно ты, Сэ-чан. Вы взяли остальную черную оливку и ученический билет. Ну ладно, до встречи. Сэ-чан, знаете, сестренка? Конечно. Выходим из дома. И стеклянная обувь начинает трескаться. И все становится очень плохо. Нам нужно убираться, и как можно скорее. Теперь время у нас ограничено. Бежим, не останавливаемся. Активируем все звезды. И открываем выход. Стеклянная обувь окончательно растрескалась. Но слава богу, мы уже вернулись. Эндо-сан! Это мой ученический билет? Черные оливки переданная потерянная вещь.
Эндо-сан, спасибо. Теперь я вспомнила про себя и свою семью. И у нее тоже появилась дверь. Это дверь моего дома. Эндо-сан, Мисатору, нам придется попрощаться. Пора нам уходить отсюда. Очень скоро мы вернемся домой. Пришло время прощаться. Эндо-сан, Мисатору. Давай по команде одновременно зайдем в двери. Договорились. Итак, раз, два, три! И девочки вернулись в свой мир. Теперь уже вместе. Это и счастливая концовка данной игры. Все наладилось. И даже те жители городка тоже смогли вернуться. И на такой прекрасной ноте мы завершаем данное прохождение. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания. Пу-ти-пу, пу-ти-пу.